пришли посылочки уже достаточно быстро, чему мы несказанно рады. Я сняла верхнюю защитную пленку, а открывать мы будем с вами. Вот здесь у нас приглашение в команду Синеджианс. Возможности карьеры, что как сделать, это мы почитаем. А здесь нас интересует уже то, что она международная, international. Я спрашивала, мне назвали немного стран. В первой папочке, вот в такой, что мы имеем? Мы имеем Beauty Book, то есть здесь все, что продает эта компания с ценою. Я так понимаю, это каталог. Можно сделать на телефончике за $3 в месяц или за 30 на год. Это у нас... А, как зарабатываются денежки, брошюрка. Рассказывает тем, кто заинтересован в бизнесе. Я пока не очень разобралась. Я буду вам все секреты рассказывать. Beautiful! Как начать бизнес? С чего лучше начать? Какие есть комплекты? Я вам говорила, что я начала просто с помады. Это как бизнес работает? Ну, наверное, здесь его и нет. Я потом вам расскажу. Так-с. Далее. К 20-летию была выпущена брошюрка с успехами и прочим. Это я все тоже посмотрю. Если будет что-то ценное вам сказать, я расскажу. Так, Distributor Guide. Как разговаривать, как предъявлять продукцию. И здесь есть строчечки для ваших заметочек. Очень хорошая книжечка. Когда вы проводите face-to-face. Они называют belly-to-belly теперь. Потому что face-to-face можно онлайн проводить, а belly-to-belly это именно когда сидите рядышком. И еще одна книжечка для дистрибьюторов. Я так понимаю, здесь просто побольше информации. Я все рассмотрю, если будет что-то ценное, расскажу. Или спрошу у своего спонсора. А здесь книга. Ой, там разыгрывались. Я же уже съездила на встречу. И там разыгрывались подарки. И я подумала, что если я выиграю, то я выберу себе вот этот подарок, книгу от основателя этой компании. А она, оказывается, входит вот в этот вот стартер-кит, он называется у нас в Юсане, здесь, наверное, точно так же. То есть для того, чтобы войти в бизнес, нужно оплатить вот эту вот посылочку. Стоит она $55, ну, наверное, за счет того, что книга тоже есть, потому что в Юсане оно стоит 30 без 5 центов, а здесь 55. То есть с таксами, с доставкой что-то порядка 68 у меня получилось, но это необходимость. Если вы хотите вступать в бизнес, такой стартер-кит надо покупать. Я все полистаю, и мне надо срочно заказать еще и бизнес-карточки. А здесь у нас уже пришел заказ. То есть я заказала только лыбки, то есть только набор. Только набор. Сейчас мы его будем с вами открывать. Что у нас здесь? Вот будем смотреть и доставать. Будем доставать все целиком. Вот оно у нас, что тут лежит. Вот оно описание набора. У нас должно быть 12 помадочек. Вот это вот мой. Очень хорошо, что он есть. Я его выбирала. Здесь у нас 12 глоссов. Ой, не 12. 9. А, вот они еще 3. Они же нет, это другие. Интересно. Это у нас... Не знаю, что. А, вот это вот стиралка. А вот это тогда что такое? Все, разъяснили мне. Вот это вот глосс, который сверкающий, блестящий, а этот, который матовый. И таких у меня 6, а таких у меня 3, что очень хорошо. Лично я и люблю очень
не блестящие губы, то есть мне нужно будет оставлять матовый. А я сегодня пробую второй цвет уже. Мы когда на презентации были, я выбрала цвет, который мне подходит, но в моем наборе его не оказалось. То есть мне сегодня мой спонсор подвезет его, и я уже в своем цвете вам покажу, как работать с этими помадами, потому что тут технология совсем другая оказывается. Как хорошо иметь спонсора, вам всегда все объяснят и помогут, и расскажут, как зарабатывать, как помогать людям покупать что-то практически бесплатно. Я очень люблю, когда такое бывает. И 6. 6 стиралок мало, их тоже на 12. Здесь есть вполне нейтральные цвета. Какой-то выбрать нейтральненький, что попробовать на всех желающих. Проверить я вот 4-го иду уже на вечеринку, на девчонок намажу. Потому что думаю, что вещь необходимая. То есть вот за это я заплатила полцены практически. Потому что набор из помады, вот этого блеска и смывалки, стоит $55. А я заплатила порядка 350. Что-то вот за это все удовольствие. Ладно, это мы разберемся, что надо, дозакажем. А здесь у нас еще что-то. А что же это у нас такое? Такс. Такс. Вот отсюда снимается. Ах, это чемоданчик мне прислали. А потому что это же я выписала как стартер. Ой, столько мест. Столько мест. О, там помощники. Хорошо. Хорошо. То есть, сейчас мы уже прямо уже возмущаемся. Чего там нам не так положили? Много бумаги, а там все прибрано. То есть Юсана в свое время тоже посылала папочку очень хорошую, кожаную даже была, но она входила вот в этот дистрибьюторский стартер-кит, а это у них дается первый заказ. Выбирайте либо такой, либо такой, либо такой. Я решила, что буду работать только с губами. То есть я сюда помадочки все сложу, какую надо информацию тут прицеплю, и будет у меня деловая папка вместе прямо с названием фирмочки. Хорошо, очень хорошо все упаковано и красиво все сделано. Еще одна дополнительная книжечка, каталог. И вот они, штучки, на которых мы будем, с которыми мы будем работать, показывая, как оно действует. И тут же документация. И тут же документация. Ах ты, вот они у нас еще какие. Вот тут у нас мы еще за что-то заплатили. Так, вот это вот. Упс, это глосс. А это еще помадки. Помадок целых 6 штук. Но это уже просто хороший подарок называется. Так, вот это вот... Блеск, я понимаю, а лучше бы смывочку такую давали. Это формочки для заполнения, чтобы люди приходили. Еще бьюти-буксы. Хорошо же раздать человеку, чтобы он дома посмотрел. Хотя многие предпочитают делать онлайн. Ой, как хорошо, много этих книжечек. Вот много этих книжечек. И вот такие палочки, что очень хорошо. То есть каждому на отдельную палочку вы берете, даете попробовать на их губки. А потом придется их купить. И еще один такой же вот каталожик. А, это демо-гайд. Ну, у нас вроде как был демо-гайд, но этот другой. Я его тоже посмотрю. Посмотрю, изучу, выберу. И вам все расскажу. Что у нас тут, как и почему. Вот так вот приятно было получить еще вот эти дополнительные, которые идут просто со стартер-китом, я так понимаю. Здорово, здорово, здорово. Сейчас найду свой цвет. Я уже выбирала. И 4 числа девочкам первым продемонстрирую. А потом начну ходить знакомиться с людьми. И говорить им, что я нашла то, что вам нужно. Я точно так же говорю и про Юсану. То есть я очень надеюсь, что у меня будет
Второе очень любимое хобби, бизнес, который кормит и доставляет удовольствие одновременно и помогает людям быть красивее. Здорово! А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.